Доброе утро, Трина. Доброе утро, командир Уитакер. Список пассажиров. 102 человека на борту. Ну что ж, мы готовы к взлету. Как самочувствие, Уэб? Вы там наверху сделали что-то невероятное. И спасли кучу людей. На себя, штурвал! Я потерял управление! Мы падаем! Готовьте пассажиров к посадке! Посадив самолет, вы совершили чудо, командир. Впереди только дома! Слушай, Эван, слушай меня! Уводи нос вниз! На 10 тысячах мы стали разваливаться. Мы перевернем самолет. Что значит перевернем? Готов? Поехали! Я в списке, малышка. Там снаружи куча журналюк ненормальных. Ты у нас как рок-звезда. Тебя теперь до конца жизни в барах будут бесплатно угощать. Капитан Уитакер — настоящий американский герой. Это Хью Лэнг, адвокат из Чикаго. А зачем нам адвокат? Помните, у вас перед полетом брали кровь на анализ? Они обнаружили повышенное содержание алкоголя. Это попахивает пожизненным. Суд состоится через 10 дней. Вы оказались под микроскопом. Вы что-то скрываете? Вы меня застрелите? Или я могу войти в дом? Да, входите, я застрелю вас в доме. На то была воля Божья. Что же это был за бог? Наши следователи подтвердили техническую неисправность. Власти посадили 10 летчиков-симуляторы и смоделировали вашу ситуацию. Все они разбили свои самолеты. Посадить самолет смогли только вы. Вы спасли мою маму. Я хочу поговорить о днях, предшествовавших инциденту. Все это невыносимо, я погибаю. Бог, кто ты такой? Вечером перед полетом я пил. Уитакер знает, что его ждет тюрьма. Мои клиенты не садятся. Это неправда, Уит. Неправда. Я вашу жизнь спасаю. А это жизнь? Тяга резко падает. Внимание, садимся. Никто бы не смог посадить самолет, как я.